красивая, кроха, спасибо. Вот, вот не пишу чё-то, у меня уже просто там чат разрывается. Как тебя зовут, Ульяна? А, просто я не вижу, что мне пишут. Все зависает. Я после трансляции вижу, что мне пишут, а сейчас не вижу. Вот так вот. Блин, завтра учёбу, ё-моё, чё так не охота. Рост какой, 165 или 164? Не знаю. Телеги можно? А, у меня телеги тоже нету, ребята, вы знали? Ты Сусть куда? Сусть куда? Вообще-то куда пишется? Усть-куда. Или кута. Блин. Спасибо большое, спартанец. А фиг его знает, короче, как пишется. Ульяна, тебе как? Ульяна, тебя как зовут? Вот, вот что? Что это такое? Ульяна меня зовут. А ты с какого города? Иркутской области? Иркутская область. Сусть куда считаете, что я? Пусть куда? Так то есть куда? Или что куда? Блин, реально вот. Даже не знаю, в каком я городе живу. Как правильно пишется мой город, я даже не знаю. Спасибо большое. Thank you. Спасибо. 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 Такое кресло удобное. Но актива мало. Обычно у меня по 700 человек сидит. Потому что я танцую. Сейчас я устала, я не хочу ничего делать. Пьете, курите? Парю. Но пью редко. Выпиваю очень редко. Белла. Усть-Кут. Чего так одежды много, зая? Какая одежда? Где вы увидели одежду? Какая одежда? Она похуй. Похуй мне. Моя кровать. Прелестно. С меня 500. Пятихаточка, 100 за вертик. Я рядом почти. А ты где находишься, Аня? Анна, Аня. Как угодно. Чисто вот вертик за 500 рублей. Неплохо, чё. За пятихатку хули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, Витя. Спасибо за лайки. Магистральный. Это про что? Я знаю, что есть такой магазин магистральный. Ты где находишься, Аня? Ты мне скажи. То я не вижу, где ты находишься. У меня кошка спит. Сто семьдесят километров от тебя. Прикол. Покажи кулак. Ты какая красивая. Спасибо. Мне все об этом говорят. А у меня крыш на носу, кто-то влюбился в меня. Кто? Признавайтесь. Красавец, спасибо. Кстати, я ресницы буду делать прям очень жесткие в этот раз, потому что меня уже бесит мои. Я уже прям хочу реально жесткие сделать. Что-то мне пишут, а я даже не вижу. Ты работаешь, учишься, я учусь. Работать летом буду. Блин, я уже должна, по сути, заканчивать эфирчик. Но я еще посижу, окей, 30 минут. Ладно, 20 минут посижу. А ты на кого учишься? Я на мента учусь, прикиньте. Прикиньте. В правоохранительных органах, короче, работать буду. Там уже посмотрим, кем. Стану кем-нибудь прокурором. С тобой опасно общаться, да? Я общество не учу, я вообще... Ульяна, как тебя зовут? Бам, просто. Не разорвет. О боже.
подписываемся на механики. Ой-ой-ой, что сделала? Мне нужно добить, может, 5000 уже подписчиков за неделю мою. Нет, я меньше недели здесь сижу еще. Спасибо большое. Меньше недельки? Неплохо. Спасибо большое. Офигеть. Нет, это не очень. Ну же, Ульяна, как тебя зовут? Меня зовут Ульяна. Прикиньте? Так и зовут меня Ульяна. Ульяша, Ульяночка, я не знаю, как хотите называть. Уля можете называть. Друзья меня называют Улё. Улё. Можете называть меня так. Я не против. Красавица моя, спасибо. Приветик от девишки. Привет, все хорошо, как у тебя? Ой, мне холодно, ой-ой-ой. Блин, живот болит. Капец. И живот это болит. Hello. Короче, я пошла маску надену. Мне холодно. Какой покакай, у меня не из-за этого живот болит. Тем более не из живота. Какой срать. Сейчас я маску как надену. Ёпти. Чего? Эх, был бы рядом днем и ночью, не слез бы с тебя. Прикол. Прикол, блин. Ой, как мастерки, хорошо. Мне друг дал, короче, мастерку свою поносить. Это не самое, конечно, лучшее, но здесь намного лучше мастерки. Это чисто такая... Я ее выбрала, потому что она серенькая такая, знаете, универсальная такая. Такая вот под все подходит. И она мне по размеру еще. Ну, такая нормальная. Ты только моя. О май гад. Какие мне тут... Вообще, в Бига все любят просто. Все, кто заходит, все меня любят. В жизни не так, конечно. Снимите мастерку. Как вам? Я влюбился. Кинг-Конг. Кто-то подниматься хочет? Да, каблука не подниму. Там просто некий, там типа каблук в середине. Каблука не подниму. Да. Ты очень-очень-очень красивый. Спасибо большое. Спасибо. Лайкайте эфирчик, ребят.